Сегодня в Югре сошлись в поединке педагоги. В Нижневартовске открылся региональный этап всероссийского конкурса профмастерства в сфере образования. За звание лучшего поборются почти полсотни участников со всего округа. Педагог года выберут в 5 номинациях. Впервые в организации конкурса участвуют общественники. Именно они включили в программу работу с бизнес-тренерами, которых также пригласили и в качестве членов жюри. Роль образования сейчас не передать знания, никоим образом. Это можно прочитать в любой книге. Роль образования – мотивировать на изучение, мотивировать на какое-то дальнейшее образование, мотивировать на личностный рост и так далее. В этом могут нам помочь, как раз представлено, у нас бизнес-тренеры, руководители частных образовательных организаций. У них это очень хорошо получается.